Да, бля. Вот деревянные топоры, ножи, звездочки, блин, кидают. Да, 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 вообще сюрикены, звездочки, такая тема. Вообще классная. Меня дед заставлял, в общем, иголками, гвоздями, камнями, всем чем угодно кидать. Не, можно просто покрутить, не баловаться. Он просто как объяснял, надо будет при должном раскладе, чтобы в глаз запулить, неважно, животное там, какой-нибудь дикобраз какой-нибудь сумасшедший, просто в глаз, в лицо, хоть чем, хоть маленькой палочкой, да, у нас становится. Что, вы домой? Проблем создаст. Андрюха, жди, сейчас заряжается, жди. Да, они разряжены. Жди пока. Сейчас, секундочку. Давай пока элементики поделай. А солнцок играю. Как? Ну, какие? Какие? Ну, статику не, поделай вот на турничке. Не, вот а, с нунчаками? Покрутить? Ну, покрути. У Сахи его спроси, может, он вспомнит из детства какие-нибудь круточки. По-любому нунчаками прикручивал там. Поинтересно, а дядя Сахил, подскажи, пожалуйста. Восьмерочки крути. Вот молодец, да, Руслан, только сбив надо четкий делать. Четкий сбив надо сделать. Давай, 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 конечно. Руслан, тебе надо оттолкнуть его, от него отойди в сторону, да, и чуть присядь, чуть присаживайся, да, его теперь накидывай туда, да. Здравствуйте, заходите, проходите, конечно. Ну, Настя, ты познакомься, за столько лет. Ну что, мама пришла, давай покажите, что вы сегодня оставили. Показывай для мамы, только аккуратнее. Аккуратнее. Макс, Макс, подстрахуй, пожалуйста. Давайте, два братишки, пока. Ну, красиво, красиво. Чё, каждую неделю 2 часа.
Никит, вот розетка. Да. Еще что нам надо? Согласен, что не заметить, и надо справку, да,
Либо есть показания, у кого-то давление, у кого-то там травма, либо сами стираешь, машина, наверное, да? Или сам пытаясь постираешь, или в машинку направишь, мама, постирай. Что, ребята, одеваетесь? Так, это тебе, не мясо. Да, все. Да, это мы перейдем на порядка. И как супер. Неформал. Появились все вместе.
Нет. А ты получается стоп даришь. А, вообще не понял. А я что? Накапливается зарплата. Два раза он подержать, да. Накапливается. Да, он моргнет два раза, ты можешь поменять цвета, да. А можешь? Сейчас, секунду. Вот так нормально? Да. Все сделал. Никому не отвлекает, нормально все. Два моргания делается, да, цвет поменял. Молодец. Никит, розетка освободилась. Братан, прости, что его отключил. Я ничего страшного. Просто подумал, там у тебя заряжен. Вот, синий. Серый, укати Русланчика сюда, вы переместились уже. Что, сел что ли? Так, ну давай, ну ты сказал 5 минут, да, сказал ты? Серег, включи Андрюхе один вид, пожалуйста. Один, любой, возьми, включи ему, пожалуйста. Или Андрюш сам, доставай, возьми. Давай еще я сам. Да, как ты можешь здесь меня взять, ну как почему-то. Ты никому не мешаешь. Я не знаю, бузон чуть-чуть. Я попробую узнать. У меня злоба начинается. А? Я злоба. Какая погода там? Вот это прикол. Че сергаешь? Руслан сам признал, что злоба начинается, говорит, я кураж вхожу. Че злишься, братан? Это ты прикол. Че наоборот, удовольствие от этого получилось. Надо спокойным прям быть. И, смотри, какая штука. Вот злоба, знаешь, что она может привести? Вот когда человек начинает злиться, вот так вот. У него мысль сводится, как ударить. А он может поймать меня на этом, на злобе. Еще злоба, она скукоживает. Как бы тык, так вот замирание идет. А когда ты расслаблен, можно из разных вообще положить. Вот, если мне. Да. Молодец, только ручку свободную перед собой так поставь. Свободную ручку перед собой. Это как твой щит, твоя защита. Поэтому пляши. Братан, пляши. У нас еще 50 минут есть, поэтому делаем все четко. А что сейчас? Сейчас время 20 часов 11 минут на моих. Руслан, там не топчись. Такого не надо. Топчись там. Мне кажется, Сергей Сергеевич, Ренатик, мне кажется, Сергей Сергеевич вам нормальную коллекцию музона подсказал. Неоднократно он вам подсказывал. Я маме сказал. Вау, такой белый. Вау, ну давай, вау. Просто побей сейчас меня, я не буду ничего делать. Просто буду стоять защищаться. Понакидывай, да. Серый, а ты не просто защищай, ты уходи. Ты мне надо от тебя увидеть уходы. Я сегодня как раз вот над этим и... Давай. Трудишься, да, над этим? Да. Давай. Уходы. Русик, загрузи Серегу так, чтобы он от тебя не смог уходить. А ему надо задача увернуться от всех по возможности твоих ударов. Андрюх, крути нормально. Серег, только Андрея не сбейте, чтобы он вас джедайским палкой не разрезал. Он сам сбьет. Что он вас не разрезал, вас, чтобы джедайский палка. Помним. Да, в пол прожжет. А он говорит, у меня вода. У меня, говорит, как он, символ воды или что он там сказал? У меня вода с собой. Вода с собой. Все, делай. Ты можешь встать на покрышку, Андрюх? Отодвинуть покрышку подальше, туда, к зеркалу. Встать на покрышку и будешь крутить. Чуть-чуть ее подальше отодвинь на край зеленого пола. Да, прям ты ее поднимешь сам, как Руслан, сможешь поднять прямой спинкой? Я вот так могу попробовать. Никит, помоги, пожалуйста, Андрею покрышку отодвинуть на край зеленого пола к зеркалу. Давай, Андрюх, сам, давай, пробуй тогда. Спинка прямая. Ну, молодец, типа того. Ты мне сейчас попал в пах. Давай. Кто-то тебя сейчас застопорил, что ты стоишь теперь? Ты доделывай, Руслан. Что тебя сейчас застопорил? Ты же ему попал в пах, а не он тебе. Или ну, ты ждешь, что я сейчас в ответ в какой-то момент тебе дам? Да хорош, Ренат, ты че? Я просто не знаю, я думаю. Парни, кто-нибудь подскажет Ренатику? Максимка, что там ты воронкой кверху залип? Что, задувает? Подскажи Ренату, что музон какой нам? Он говорит, я не знаю, я думаю. Ну, любой музыку приятная, которая мелодичная, приятная. И вам для выступления хотелось бы, чтобы услышать. Ну, наверное, типа того. Под это будет и выступать? Я под это. Макс, помнишь, что мы делали на этом, на 30 этой? Я
Какая она школа? 30-10-я школа. Опять сел, что ли? Или что ты балуешься? Не балуйся, Андрей. Разрядился? Ну это, братан, это знак. Два мяча уже отключились, да? В комиксах есть такой тип, который перестал делать одно и то же. Не делай одно и то же. А ты подскажи ему, какие. Типа того, да, вот тот помелодичнее, да, уже. Вернее, тата тоже нормальный. Здесь минимум слов, максимум дела. Вы даже поете, вот под этот ритм, темп, вы даже можете подобрать манеры выполнения элементов. Вот даже здесь вот вы можете сделать. Вчера у Дамира младшего, у Дамира Дамировича хорошо получилось. Он прям как тык-тык-тык подбирал. Я вот сюда вот так уберу аккуратненько. А давайте, парни, чтобы точно никто не наступил, вот сюда можно положить? Потому что, ну, меня у самого много чего ломали, поэтому, чтобы никого не было переживаний. Сейчас, Серый, я готов. Съемки, я готов к съемке. Руслан, когда я тебя попрошу, когда начнем снимать, ты мог бы четко, но без... Можно яростно, но без злобы прям Сергея Сергеевича поколотить. Как будто бы вот все, как ты вот выходишь прям UFC. Ты видел когда-нибудь UFC, каким-то кулачком? Вот типа такого. Без злобы, без ничего. Нам хочется увидеть шоу и зрелище. И заодно мы посмотрим, как это будет выглядеть на общей картине. В этот момент, Руслан, давай немного зарубимся. Я просто буду делать движение, как будто... Он имитирует. Он, да, имитация будет. А ты меня прям бей, нам надо прям... Давай зарубимся. А можно так сделать? Конечно. Попить и мыться в туалет, конечно. Сейчас основная масса хулиганов разбежалась, поэтому этот часок в свободном режиме можно. Никита, да, Никита, а у тебя интернет точно раздает? Посмотри, пожалуйста. Давай, давай. Руслан, подожди. Че, Андрюх, подеремся? Чуть-чуть. А че, ты боксер? Ты боксер, я плясун. Мы общий язык найдем. Да? Ты как забоксируешь, а я тебя запляшу. Я забыл. Я плясун из клуба Чебурашка, да? Я самбист, а я занимаюсь... Я чуть забыл немножко. Да ладно, все нормально, все. Да. Телефон Realme 21UY, да? Все, есть такое. О, вас тэквондисты приветствуют. Вообще, обратно им крикните в дырочку туда, вон, в щель. Эй! Я пошутил, Андрей, не пугай. Там сейчас как кимены раздадут всем. Как сейчас пояса свои накидают на тебя, скажут, что здесь нам кричишь в скважину? Делай вот под ритм, по темп. Подумай, что можно сделать, конечно. И парни сейчас пофантазируют, может, что-нибудь получится. А мы, как зрители, с Ахиллом оценим. Парни, делайте от души, старайтесь делать. Все в жизни. Начиная от ложку ко рту, когда вы подносите, кушаете, с душой должно быть. И заканчивая всеми трудовыми, учебными, там, занимательными вопросами. Когда маму обнимаете, родную, должно быть душевно. Либо когда вы с кем-то разговариваете, с мужчиной, может быть, с незнакомым, тоже должно быть душевно. Даже, может быть, зуботычина, да, прилетит, но все равно душевная должна быть. Что? Ну, жизнь может быть такая, что он сам подойдет. И такое может быть. Как бы не хотелось, может быть такое, что подойдет сам. Тем более в это неспокойное время.
А вам, как подросткам, вообще никому не подходить не надо. Никому. Никаких котят, щенят, жвачки, конфетки там. Посмотреть, помочь. Сейчас времена сотовых мобильных телефонов. Позвонили, сказали: дядь, я тебе сейчас помогу, спасателей организую, что надо. Увидели кто-то, кого-то незнакомый куда-то пытается тянуть, тут же маякнули, на крайняк, глаза, горло, пах. Они под большой перестилают. Сейчас ты тоже на большой пойдешь. Конечно. Ну, можешь включить, можешь не включать, он проблем нам это не создает. Ни его наличие, ни его отсутствие. Видишь, он говорит уже: вырубай, да? Как вампир, вырубай свет, что ты нам здесь включил. А что, вырубить? Да. Как там? Темнота, друг молодежи, в темноту не видно рожу. Типа того, да? На самом деле темнота — это время разведчиков. Ну и темные дела в разные в темноту собираются. Как хорошее, хорошее дело. Андрюх, один, а ты им помоги, что ты там развалил, ты лучше им помоги, возьми. Так, хоп, шлёп. А чё этот, где Максим, Егор, Дарья, все спят, да? Даша, все вместе спят? Даша дома. Болеют, выздоравливают? Даша на учебе. На учебе? В позднее время? Да. Она во вторую учится? И третью смену уже, что ли? Нет. Вторая? На учебе. Че у них как с учебой там? Нормально все? Ты от... А? Не пара вечером ставят. Ага. Ну ты отслеживающий результат? Да. Пятерки? Там пятерки ставят? Ей нравится учиться? А? Я почему-то, прикинь, думал, что она в высшем образовании у нее будет. Нет. Это еще... Это нам больше трудностей дает, но зато мы их преодолеем. Я по поводу этого все тех же, да? Инструкторских, тренерских ваших... Вашего развития, как тренеров инструкторов. Давай, да, только не балуйся. Давай. Только я свой телефон возьму. Давай, да, давай. Ты что, в телефон играть, что ли, будешь? Нет. Не играй. У нас... Во-первых, тебя сюда записали родители не чтобы ты в колесе висел, лежал, да? Ну да. Ну ладно, минутку отдохни, ладно, можно. Сейчас там связь. Да я думаю, да и Сахил как бы это хочет увидеть, пока у тебя результат... Семен писал? Ну ответь, скажи: Семен, что не пришел на тренировку? Поинтересуйся. Сейчас в колесе. А что, нам, взрослым людям, хочется от вас увидеть, вы наследие, вы наследие, вы останетесь после нас. Какие вы будете после нас? Как вы будете воспитывать дальше? Сопливыми, чумазыми хулиганами? Я не хочу, чтобы... Да никто не хочет, никакая мама не хочет такого, никакой батя не хочет этого. Три сообщения. Ответь ему, скажи: Сема. Кстати, Семен, видео 9000, это что-то просмотров, что ли, набрало? В смысле? Ну, в прямом смысле, на YouTube зайди, Семен там сделал топорик на 180, простой элементик, 9000 просмотров, ну нормально. Ё-моё. Да, а поэтому я... Тихо-тихо. Вот такую звездочку ему кинул, сюрикен. Флешку. Флешку ему запулякал, да. Заходи, здрасте. А, тэквондист уже, видишь, что? Ты туда им в щелку накричал, он тэквондист, сейчас разбираться с тобой придут. Скажешь: кто нам в щелку кричал? Таквандисты, такой. Разборчивый народ. Че, они это, хулиганы, да, таквандисты? Не, да, они хулиганы, они чисто ногами там дерутся. На ММА к вам приходит тэквондо, кто-нибудь занимается? Нет. Ну а кто-то из, например, из тэквондо? Не, вот... у нас боксеры в основном, и кикбоксеры. А борцы? Ну и борцы есть. Борцухи, да? Бокс, кикбокс, кикбокс — нормальная тема так такая. Это твоя бутылка? Веселая. Не отвечает, это бывает, ничего страшного. А так, Ренатик или кто? Создайте плейлист из разных музынчика такого. Чисто просто вот когда вот идет, ну, музыкальная движня. Без излишних слов. Пока-пока. Что там кряхтишь? Давай я отберу. Слушай.
что, готов? Ты сейчас посмотрим, поснимаем что-нибудь. Я перед Питером сломался все. Ломаться не надо. А в Питер ты что поедешь на соревнования? Максим? Питер, да. Да. Почем? По ММА? Туризм? Ты только там не злись ни на кого. Когда... Что у нас саратских не любите, а? А можно тут? Давай, попробуй. И как раз парни подтянулись, да. Сейчас, Серег. Че, Русланчик? А, все, тихо. Че, Серег, как? Мысль такая, знаешь, пробежала. Может, попробуем заснять все это мимо столбов, между столбами. Ну там, чтобы я оттуда снимал, да? Чтобы и мы там, за столбом. А, вы там будете. За столбом мы будем все покрасивее. Более реалистично, да, как бы такой? Ну давай, давай. Конечно, не Mortal Kombat. А вы там уместитесь? Вот, допустим, они... Да, здесь места мало. Короче, будете раз, два, три, четыре, вон там, шведская, ой, оставить, рукоход, и вон та, да, область будет? Mm-hmm. Ну, давай, попробуем. Пойдем там. Сейчас такой. Вы просто подумайте, да, серый, вертикальная или как, вот так, или так, как снимаем? Это ширину возьмем? Лучше, мне кажется, лучше вертикально. В длину, да? Блин, просто в длину тяжело вас схватить двоих. Одного нормально, в ширину... Прости, конечно, я вертикально, наверное, снять смогу. Ну ты да. Но мне это сейчас ты будешь рукам сейчас биться. Поэтому тебе, если вертикально, тебе тяжелее будет намного. Ну, давай, я в горизонте вас сейчас ты пока сними, поснимаю. Ты сними так, как тебе удобнее. Потому что вот так я вас больше увижу. Вот так я больше просто вас увижу. Просто сними как удобнее. Давай, сейчас да, это будет пробное. Да, да, сейчас да. Мы попробуем. Сейчас посмотрим, что со светом. А это ты с интернета смотришь, услышишь музыку? А ты можешь сразу прям несколько песен выбрать, и они будут несколько наборов? А ты можешь это как исполнить? Типа папка там, это YouTube? Я знаю, на YouTube есть такой плейлист, и ты туда добавляешь плейлист, и все. Ну, чтобы не одна и та же, не та была. Ты будешь себя смотреть? Элементы? Давай, когда их туда выводили? Они сейчас вкратце делают. Вот, смотри, вот они здесь, как отрасли. Вот здесь, вот сюда. Пусть он здесь упадет. Вот здесь, смотришь? Давай, только ну, без сквернословия, без всякой шляпы там, ладно? Я почему еще хочу? Вот этот музон пусть не попадает, который играет под авторское право. А многие музыки, знаете, под авторское право? А потом ролики... Нет, ну давай посерьезнее, будешь строить что-то. А то это слишком хорошо. Сопли. Вот вы будете на фоне. Вот грубо скажем, у вас есть квадрат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 квадратов. У тебя есть заходящий? 8 квадратов и вот это вся движение. Андрюш, забери себе мальчик, Андрей. Папа, дай им подать. Так, серый, вот этот пол подвинь, чтобы он плавал теплее. Подвиньте, я не могу докрутить, я не могу. Да, вот здесь вы двигаетесь, а я как-то я стараюсь уместить. Не могу его скрутить, а так я его кручу. Что, сами начинаете, сами делаете? Сейчас сделаем, я не могу. Thank you.
Убежал вот, Ямакаси, да, короче? 13-й район.